Ну, то есть мы посмотрим в процессе, соответственно, может быть, ты на 3800 еще что-нибудь закажешь, не знаю. А, смотрим Путина. Уважаемые корабли, тема моего выступления – ситуация на Украине. Как вы знаете, ради любви ватников в 2014 году. Давайте я нормальную громкость сделаю заново. Так. Turn off, turn on. Так. Уважаемые корабли, тема моего выступления – ситуация на Украине. Как вы знаете, ради любви ватников в 2014 году мы варварски превратили украинский Крым в исторические земли России. Приняли решение принять такой шаг. И для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с последующим проведением референдумов и шантажировать Запад ядерным оружием. Эту войну, то есть после начала специальной военной операции, все профессиональные военные. Блять, у меня тоже вопрос. Дырка в флаге, блять, была в изначальном видео. Знаете, я уже на самом деле ничему бы, блять, не удивился. Знаете, это между прочим, не просто отверстие во флаге, это отверстие, через которое Шаломов ебет Алину Кабаеву в задницу, блядь. Служащие. True story, у них просто это религия обусловлена. Те профессиональные военнослужащие под моим фактическим командованием были уничтожены на Украине, разгромлены на поле боя. А сейчас пришло время и самой России. Она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Прежде этого, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Или демобилизации. Организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть в России, наш режим может продержаться кратчайший срок. Призванные на военную службу по мобилизации получат в лоб от бандеровцев и Просто сдохнут. нам необходимо пушечное мясо. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа политика запугивания, террор, насилие, шантажировать Запад ядерным оружием. Граждане России, пришло время по зову сердца отдать свою жизнь. Верю в вашу поддержку. I appreciate your support. Как в том видео, знаете. Так. Ну.